Хорошо. Обязательно. До свидания. Он у себя? Здравствуйте. Должен уйти. Если будут спрашивать, я в гострое. Буду в 2, точнее в 3. Здрасте. Что же делать? Придется подождать. Не может быть так, что он задержится там дольше. Не хватает некоторых документов. Я все принесла. В ордере у вас числится 5 человек, а фактически вас стало меньше. Есть свидетельство. И еще. Нужна справка, что вы не состоите в кооперативе. Мне не сказали. Говорят, вы собираетесь в отпуск. А мне что, не положено отдыхать? Ну почему? Вам куда? Могу подвезти? Нет, спасибо. Пожалуйста. Ну что, вопрос еще не решился? Пока нет. Какой коэффициент взять? 1,5. Чертежи уже здесь? Да, я забрала. Маркаря, вы технические характеристики с завода взяли? Нет, я утром заходила в райисполком, я же вас предупреждал. Чтоб завтра же они лежали у меня на столе. Надеюсь, это вас не затруднит. Пошлите кого-нибудь другого, у меня полно дел. Тем более, не нужно было сидеть в райисполкоме полдня. Не полдня, а 2 часа. Не беспокойтесь, работу я заберу домой и сделаю. Не знаю, чтоб завтра характеристики были. Я вас не понимаю, что за проблема? Их любой может переписать. Такой пустяк. Я любому не доверяю, а если напутает что-нибудь? Скажите, какое доверие? Не понимаю, что с ним произошло? С чего он стал к тебе так цепляться? Он разочарован. Звал меня с собой в командировку. В Москву. А что ж ты не поехала? Приветствую. Привет. Ага. Вот он. Еще узел А2, пожалуйста. Товарищ Маркарян, он вас зовет. Сейчас иду. Гурген, не мешай нам. Ухожу. Ну, смотри сам. Ты только имей в виду, что это до добра не доведет. Мы с ним просто друзья. Говорю, муж у меня умер. Дайте новую справку о фактическом составе нашей семьи. А они? Потребовали копию свидетельства о смерти. Сделала? Да нет, опять не успела. А сделаю это, завтра потребуют что-нибудь другое. Мама! Мам, уложи ее, пожалуйста. Не, моя маленькая. Вот так, вот так. Пускай мама придет. Мама занята. Я сама уложу тебя. Смотри, красиво. Да-да, красиво. Мама! Мам, ее тоже уложи. Я армянский сделал. Я проверю. Проверяй. А что по математике задали? Ничего. Что осталось? Русский. Начинай. Как, 1? Начни, я приду. Ну чего она трогает? Это мое, отдай. Ну как тебе не стыдно? Она же моя. Анна, тише, хватит шуметь. Дай куклу.
тоже будет спать. Ну, давай, спи, спи. Сона! Сона! Я ухожу. Ну, подожди, куда ты? Я тебе хочу давление померить. Подожди. Карен! Что? Смотри, чтобы не подгорело. Прибор достань оттуда. Пусть стоит, не трогай. Я смотрю. Зачем мерить? Я хорошо себя чувствую. Иди, иди в комнату. Все, все, нормально. Иди, делай уроки. Осталось бы лучше ночевать. Я завтра после работы зайду в ЖЭК. Соседка звонила. Наговорила бог знает чего. Сказала, мало того, что я в своем доме не живу, так на них еще из моей квартиры постоянно вода льется. Что ты сейчас можешь сделать? Откуда я знаю? Ты же не слесарь. Поеду хоть тазик подставлю, пока не починили. Сколько? 160 на 100. Как всегда. Подумаешь, какая трагедия. Несколько капель воды. Завтра, наверное, не успею за Кареном зайти. Ничего, не волнуйся, я его заберу. До свидания. Спокойной ночи. Осторожнее иди. Принесли? Принесли. Годится? Угу, да. Кто тебе позволил? Ты же не имеешь на это права. Послушай, я тебе говорю. Что ты хочешь? Ты понимаешь, что может случиться? А потом я буду отвечать. Ты кто такой? О чем ты думаешь? Хоть бы ведро с водой рядом поставил. Нельзя же так. Чего ко мне пристал? Не хочешь, не буду. Обиделся. Никому слова нельзя сказать. Можно? Входи. Сколько трансформаторов? Согласно расчетам, 8. Пиши 10. Что у тебя? Ходит, работать не дает, путается под ногами. На сварке работают люди, не имеющие квалификации. Эх, Бадалян, если все делать по инструкции, далеко не уедешь. Иди. Иди, займись делом. Когда закончишь? Может быть, завтра. Не имеет квалификации. Мне непонятно. А чего непонятного? Запрещать легко. Ты бы лучше проследил, чтобы люди вовремя сдавали экзамены. Кстати, есть дело? Я вас слушаю. Возьмите. Тут пришла одна красавица от проектировщиков. Узнай, что ей надо. Что у тебя получилось? Там недоволен. Вот. Здесь, говорят, одна красавица пришла. А где она? Из проектного никого нет? Thank you.
Пошли. Да, конечно. До свидания. Занят. А зачем вам нужна такая частота обработки? Да может и не нужна. Но какой конструктор не хочет подстраховать себя? Но на это тратится напрасно очень много времени. Мне надо поговорить. Извините. Угу. Говори. Я вчера тут случайно познакомился с одной. Я же просил ко мне больше не водить. Но перестань, ты ведь ее не знаешь. Девушка скромная, в кафе, в ресторан не пойдет. Ты понимаешь, мне все это уже надоело. Прошу, как человека. Ладно, черт с тобой. Слушай, чего ты так покраснел? Чего ты взял? Кто это, мадам? А тебе что? Хочешь, пригласи ее тоже, так просто посидим все вместе. Очень вкусный кофе. Правда? Можно задать вам один вопрос? Конечно. Почему вы занимаетесь техникой безопасности? Так уж получилось. Вы на меня не обижайтесь, но можно было выбрать себе работу получше. Вы объясняли очень интересно. Я просто давно здесь. Кое-что знаю. Не кое-что, а все прекрасно знаете. Надо еще уметь людьми руководить. А вы не умеете? Не умею. Не слушают меня. А почему не слушают? Не знаю. Не внушаю уважения. Разрешите позвонить? Пожалуйста. Товарищ Саркисян, я с утра на заводе. Вся документация у заведующего, а его нет. Решайте сами. Извините. Ну какой подлец, а? Если вы спешите, я могу узнать все данные и продиктовать по телефону. Я вас задерживаю? Ну что вы, ничуть. Я сам ищу, с кем бы поговорить. Я напишу вам мои телефоны. Рабочий и домашний. Возьмите, я ухожу.
Знакомься. Это наш Рубен. Рубен. Здрасте. Проходите. У меня тут еще кое-какие дела. Да-да-да. Ты спокойно делай свои дела. Не отвлекайся. Ой. У него очень хорошая голова и золотые руки. Сейчас все сама увидишь. Это настоящая сказка. А ты моя сказка. Знаю, сейчас не принято говорить сентиментальных слов, но без сентиментов так грустно жить в этом жестоком мире. В жизни все так обыденно, и когда появляется светлое пятно, все время хочется бабочкой порхать вокруг. Порхать вокруг, порхать вокруг. Что будешь пить? Только кофе. Опять говорил про сентименты. Какие сентименты? Ну, там про бабочку. Я ж не поэт, чтобы придумывать каждый раз что-нибудь новое. У тебя что, кофе нет? Не знаю, посмотрю. У тебя ашхен не можешь взять? Иди в комнату, неудобно. Что-нибудь придумаю. Ну, скорее. Мне нужна справка о составе нашей семьи. Прошу вас. Гражданка, да? Почему без очереди? Оставь. Это займет 3 секунды. Нет, это не так. Я сам здесь 2 часа сижу. Хватит. Неужели не надо учить? Пустить. Не орите так. Остались последние экземпляры. Пишите купить. Остались последние экземпляры. Получилось. Сколько? 755. Алло? А, добрый вечер. Возьму чем писать, одну минутку. Сегодня? Можно у памятника Вартана Мамиконяна? Сейчас приду. Ты куда? Я вернусь через 10 минут. Мне ждать тебя?
Извините, я опоздала. Ничего. Где вы это стащили? Не стащил. Я просто переплел лишние экземпляры. Но ведь мне были нужны только характеристики. Да, тут все есть. Сейчас покажу. Где бы нам присесть? Идите сюда. Идите. Вам тут все пригодится. Вот в случае применения бронзы. Здесь про пластмассы. А здесь график изменения температур. Вам это все не помешает? Благодарю. Пожалуйста. Вы спешите? Да, очень. Жаль. Почему? Поговорили бы. Я слушаю вас. Как бы вам сказать? Ведь сентиментальных слов сейчас не говорят. Но без сентиментов трудно жить в этом мире. В жизни все так обыденно, и когда встречаешь светлое пятно, так и хочется порхать и порхать вокруг. У вас других забот нет. Забот? Ну, семья, дети. А, да я живу один. Завидно даже. До свидания. Я вас провожу. Нет, я живу рядом. Благодарю и до свидания. Смотри, это не он? Да, он. Рубен, Руба. Очень скромная девушка, еле уговорил. Зайдем на 5 минут. Отстань, ради бога. Разопьем это и уйдем. Вартан, отвяжись. В последний раз, умоляю. Не проси. Стой! Оставь! Ты понимаешь, как ты меня позоришь? Это ты меня позоришь. Ты что, совсем чокнулся? Так что вы отдаете за трехкомнатную квартиру в 65 метров? Мои 34, мамины 20. Вот, видите. Но это устраивает обе стороны? Ну, это еще ни о чем не говорит. Я не понимаю вас. Нам известно, что часто люди вступают в сговор, и потом за лишний метраж берут деньги. В нашем случае сговора нет. А кто это может доказать? К тому же государству выгоднее, чтобы на такой большой площади проживала многочисленная семья. Но нас же 5 человек. Седе, дело Маркаряна не ставьте на эту комиссию. 65 метров в настоящее время очень много для 5 человек. Вы же мне обещали. 4-й месяц хожу. Все документы собрала. И мама не успевает на 2 дома. Ну, знаешь что, дорогая? В конце концов, перед законом я в ответе. Постойте. Постойте. Вы куда? Моей матери комната 20 квадратных метров. А у меня... 2-комнатная квартира. Я хочу. Успокойтесь. Садитесь. Говорит, вы в сговоре. Зайди ко мне. Идите и решите вопрос гражданки в рамках закона.
Ай, гарник, гарник. Что ж ты не избавишься от него? Легко сказать. Думаете, просто с тремя детьми? Ну-ну-ну, успокойтесь, Не надо волноваться. Успокойтесь, я забросила дом, детей, работу свою и торчу тут с утра до вечера. А кому легко, Сана Маркарян? Скажу вам по-дружески, в рамках закона этот вопрос не решить. Но, может, все-таки и есть выход. Давайте подумаем вместе. Можно встретиться. Но не обязательно здесь. Поговорим, посоветуемся с людьми. Ну, естественно, если вы не возражаете. Как скажете, вам виднее. Значит так, четвертый этаж, 41-я комната. Ее стол стоит в конце у самого окна. Вартан, может, мы зря, а? Набрось, что она из себя представляет? Заходишь, общее здрасте. А дальше? Чтобы у них не возникло никаких подозрений, показываешь чертеж. А там слово за слово само все пойдет. Вартан, может, не стоит? Не бойся, все будет в порядке. Вот да я не боюсь, просто как-то неудобно. Ничего неудобного, ты, главное, не теряйся. Разговаривай спокойно. Я не теряюсь, но... Иди! Поуверенней. Я не собираюсь оправдываться. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы не удивляйтесь. Да, я вас слушаю. Мне нужно с вами поговорить. Я принес новый чертеж. Представитель завода, нашего заказчика. Подойдите к начальнику. Я вас слушаю. У меня есть одно предложение, оно облегчит вашу работу. Было бы разумнее подавать предложение своевременно. Наш отдел уже заканчивает расчеты, поэтому никаких новых предложений я от вас не приму, даже если мне сверху прикажут. Так что забирайте, может пригодиться. Ничего, ничего, если прикажут, примите. Вы кто, начальник производства? Нет. А кто же вы? Инженер по технике безопасности. Просто хотел помочь вам. Не смею больше задерживать. Всего доброго. Кажется, он слегка... Да не слегка. Не понимаю, что тут смешного. Может, действительно ценное предложение? А этот, ну, инженер тот, больше не звонит? Да как не звонит? Почти каждый день, но она к телефону не подходит. А я говорю, что ее дома нет. Ну, ха-ха-ха. А может, он приличный человек? Ей скажи, разве я против? Пока ноги держат, за детьми присмотрю. Лишь бы устроила свою жизнь. Только бы опять не ошиблась. Да, с Гайком она помучилась, бедняжка. Ну и жизнь у нее была. А сейчас еще эти квартирные дела. Крутится, как заведенная. Все на ней. И я тут со своим давлением. Опять начала. Говорят же тебе, пейджер, мукс, мацони. Ранушета мне не помогает. У меня все от нервов. Да, конечно, у тебя нервы. А мы что, железные, по-твоему? Все легко у нас. Между прочим, нужно иногда и приспосабливаться. А ты и твоя дочь этого не понимаете. Тетушка, о чем вы тут? Что случилось? Ты разве не спала? Нет. А мы, между прочим, о том, что в беде родные должны поддерживать друг друга. Успокойся, тетя. И вообще, с чего ты взяла, что у нас какая-то беда? Дорогая моя, какой месяц ты по этим райсоветам ходишь?
вспомни, наконец, что у тебя есть дядя Гаруш, который все для тебя сделает. Ты что, не знаешь, какой он человек, в каких он отношениях с ними, со всеми? Поактивнее надо быть. Ой. Благодарю за участие. Я решу сама свои вопросы. И стану поактивнее, если понадобится. Ой-ой-ой-ой. Засиделась я. Покрепче. Завяжи покрепче. И подай мою сумку. Пойду. В субботу-воскресенье забирай детишек и приходи. Пусть отдохнет немного. Можно попросить? Хорошо, дорогие гости. Прошу к столу. Спасибо. Вот туда, пожалуйста. Прошу к столу. Устали. Да. Сигареты. Рассаживайтесь. Георгий, ко мне. Браво. Георгий. Браво. Браво, ну, Георгий. Браво. Так устаешь на работе, что если бы не эти встречи, жизнь была бы невозможна. Честное слово. Вы согласны? Приветствую. Добрый день. Сиди, сиди. Здравствуйте. Познакомься, пожалуйста, моя сестричка. Правда? Отдыхайте, веселитесь. Ну, веселье у нас не получится, Сергей Рамович, пока вы не пообещаете помочь моей сестричке в одном вопросе. У сестрички моего друга никаких сложностей не будет. Так что веселитесь. Заранее благодарен. Что у вас за тайна? Так, ерунда. Так что же вы ешьте? Наливайте, наливайте. Предлагаю вам. Тише, дай послушать. За то, чтобы наша дружба процветала. За тебя, Георгий. Хорошее вино. За твою красивую музыку, молодец. Благодарю вас, Георгий. Когда его слышу, всегда Ялту вспоминаю. А что было в Ялте? Нас подробности не интересуют. Кого как. Давайте, наконец, выпьем все вместе. Хватит разговаривать. А со мной, Георгий, со мной. Я только что выпил, но могу повторить. Георгий, дорогой. Что это дама с гарпией? Понятия не имею. Первый раз вижу, но очень мила. Дреж, пойди сюда. Да, Сергей Рамович, иду. Ну, как? Скажи, кто эта дама с гарни? Сию минуту выясни. Можешь? Ну, конечно. Один момент. Давай, давай, быстренько. Я очень вкусно. Так, а вот эти прямо. Попробуй, я лимон выжила. Надеюсь, вы не устали? Все нормально, спасибо. Здесь есть телефон? Да. Можно позвонить? Конечно, пожалуйста. Аидочка, открой, пожалуйста, дверь, позвонить надо. Спасибо. Пожалуйста. Гарник, иди сюда. Слушаю, Сергей Рамович. Так ты говоришь, кто она тебе? Как кто, сестричка?
руку. Тоскливый безотраден мой путь. Прошлое кажется сном, а мир... Мужа у нее нет, умер. Если хочешь, скажу, что квартирный вопрос зависит от тебя. Посажу ее рядом с тобой и, пожалуйста, действуй. А вдруг она не захочет? Что, она не понимает? Не хотела бы, не пришла сюда? А? Это ты верно подметил. Разве приличная женщина пойдет куда-нибудь с тобой, разбойник? Это ты мне что, вместо благодарности? Здравствуйте. Вы в город меня не подвезете? Почему нет? С удовольствием. Минутку. Залезайте. Спасибо большое. Не за что. Сона, я уже 2 часа жду вас. Ради бога, оставьте меня в покое.
Давайте пройдемся немного. Пошли. Еще девчонками, когда с мальчишками встречались, вопросы задавали друг другу. Какого художника любишь? Писателя, артиста? И какое-то представление складывалось о человеке? По принципу теста. Угу. По принципу теста. Похолодало. Может, посидим где-нибудь, кофе выпьем, музыку послушаем? В таком виде. Идемте ко мне. Идемте. А мы всем классом решили отправиться в путешествие. Садитесь. На корабле. И такой маршрут придумали. День и ночь только об этом и мечтали. Даже во сне видели. Только удрали из дома, а родители за нами, догнали нас. Отлупили как следует. И на этом наше путешествие закончилось. Я запомнил номер машины. Если он посмел хоть как-то обидеть вас, ему не сдобровать. Какая машина? Которая вас привезла. Бензовоз? Бензовоз? Он очень хороший человек. Если б такими были все люди. И потом я видела его первый и последний раз. Я вам принесу что-нибудь поесть. Рубен! Я слушаю. Хочу задать вам вопрос. Вы сможете ответить? Постараюсь. Скажите мне, что такое счастье? Какие только философы над этим не ломали голову. Но я попробую ответить.
А вот и не сможете. Почему? Потому что никакого счастья нет. А есть только обязанности. И заботы. 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 Я на этот вопрос попробую дать несколько ответов. Ответ номер один. Счастье человека в том, чтобы делать счастливыми других. Ответ номер два. Заниматься любимым делом. Ответ номер три. Путешествовать. И, наконец, я думаю о том, что механика счастья Рубен. Рубен, я ухожу. А? Мне пора идти. А, сейчас. Вот мы и пришли. Постоим немного. Красивый дом, правда? Очень. Я родилась в нем. О. Да. Идем. У нас был сибирский кот. Огромный, с зелеными глазами. Я никогда кошек не любил. Наш был очень хороший. Сворачивался и спал у меня в ногах. Вот тут жил самый большой драчун нашего квартала. А через этот двор можно было пройти на соседнюю улицу. Пойдем посмотрим. Пойдем. Пойдем.
Знаешь, Лубен, бывают такие минуты, когда разочаровываешься в себе. Родных, близких, словом, во всем. Но, к счастью, бывает в жизни. Я рада, что мы вчера встретились. Я бы хотел вас видеть каждый день. Это невозможно. Почему? Есть много всяких обстоятельств. Я готов. До свидания. Я была у Лилит. Нет, у Лилит тебя не было. Мы звонили ей. Давай еще бутылку. Да. Привет. Привет. Значит так. Москва, Ереван, Бейрут. Стюардесса. Случайно вчера познакомились. Ты что, уже действуешь в международных масштабах? Хочешь, скажу, чтобы подружка привела, посидим у тебя тихо, скромно. Исключено. Ой, крепкая какая! А ты закусывай! Жжет ты как! Сидят, водку пьют, а все на конвейере работают. Представляешь, что может произойти? Какая водка? У них вода. Откуда ты знаешь? Брось, они еще совсем мальчишки. Слушай, Рубен, говорят, на эти рейсы не всяких берут. Они там специальную комиссию проходят. Смотрят, чтобы высокие были, красивые. Иностранные языки, чтобы знали. Интересно. А тебе-то зачем иностранные языки? Что? Хорошо ведь. Ну, передать ей, что привела подружку. Нет, не передавай. Дружно! Раз, два, взяли! Оп! Убери скалу. Слушай, а чего ты работу не меняешь? Неужели нравится следить, кто пьет водку, а кто нет? Тебе же предлагают хорошее место. Иди. Знаешь что? Работа у меня важная, очень хорошая, мне нравится. А ключей больше не получишь. Да и не надо. О, подумаешь. А вам что, больше нечего делать? Раз скромный человек, значит, надо издеваться? А что мы такого делаем? Ну, чего ты еще? Кто над ним издевается? А этот. Как бригадиры видят, то коленки от страха подгибаются. Да прекрати ты, Вартан. А если человек тихий, так с ним все можно. Ну, пошутили немного. Ну, стой. Иди сюда. Я с тобой пошучу сейчас, пес. Этот голос мне целую неделю покоя не дает. Объясните, что у нас государственное учреждение. Алло. Я же просила сюда больше не звонить. Потому что здесь государственное учреждение. Не знаю. Хорошо, сегодня вечером. Ну вот и мы. Здравствуйте. Прошу вас.
Проходите. Идем. А дети у меня не пьющие. Сейчас сок принесу им. Так много ключей. Мам, мы здесь долго будем. Гуарик, ничего не трогай. Иди повесь на место. Ну, отдай. А почему мы такие грустные? Не годится, не годится. Сейчас мы включим автоматику. Так. Отодвинем стол. И будем веселиться. Анна, потанцуем. La cendrée a coulé à la période tolère. Et la fille qui dansait m'était montée à la tête. Quand un banderillo m'a dit l'ami, reste calme. Car au contorero, si tu regardes sa femme, les ailes s'avancent vers moi et laissent tomber sa rose. Avec un billet qui propose un rendez-vous à l'hacienda. On s'était enlacé sous l'oranger, mais la douane. On s'était le métier, crier vengeance sous arène. Le matador trompait, surgit de l'ombre et s'avance. Moi sur mon oranger, j'essaie de. Я очистил. А вот это хочешь? Да, хочу. Не торопись. Смотри. Угу. Карен, ешь яблоко? Не хочу. Пожалуйста, принеси воды. Я принесу. Нет, пусть он принесет. Смотрите на него. Мужчиной стал. Ты что, нарочно разбил? Я уберу, где веник. Ничего, я сам. Да, дружище, не взлюбил ты меня. Подожди, не вертись. Я застегну. Да и за что, собственно, меня любить? Карен! Карен, мы уходим. Посидели Мам, бы еще. Поздно уже. Я готова. Идем. Что встал? Открывай.
До свидания. До свидания. Конечно, а как же? О, видите, на балкон еще что-нибудь спросил. Ой. А теперь отойдите подальше, так, чтобы я вас не видел. Ага. Побежали! Осторожно, не упадите. Не мешайте друг другу, я со всеми поговорю. А сейчас слышите нас? Слышу, но не вижу. Говорю, пришел тот инженер. Собирайся быстро. Кого найдешь нужным? Да, да. Задержу. Что ты так суетишься? Мы уходим скоро. Человек в гости зашел. Надо же угостить. Дай сюда. Рыбу давали, я и для вас взяла. День добрый. Здравствуйте. Кто это такой? Раз, два, три. Анна, не мешай. Обыкновенный человек. Вижу, что человек. Знакомить не будешь? Познакомишься. Иди в комнату. Угу. Тетушка, а что ты так нарядилась? С чего ты взяла? Самое обыкновенное платье. Обыкновенное? Я всегда так хожу. Что это вы надумали? Добрый день. Проходите, проходите. Добро пожаловать. Я специально встала. Милая моя доченька, ну как ты? Хорошо, спасибо. Я почему рада. Это должно быть плохо? Конечно. Проходите, проходите. А, Виктор, да. Приглашаю. Если надо в чем-то заходите, помочь, скажи, не стесняйся. Да, да, проходите, проходите. В комнате поговорим. В комнате. Я всех вас вижу. И меня тоже. Тогда скажите, где мы? За деревом прячетесь. Выходите. Видно, любит детей. Гайк тоже хорошо относился к детям. Да. Вспомни, чем это кончилось. Зачем ты их позвала? Ну, скажи, зачем? Не приставай к матери. Я их позвала и правильно сделала, если хочешь знать. Ну, какая ты все-таки тетя. Какая? Только нашла его и сразу забыла кого всех я нашла? Нас. Кого я нашла? Хватит, хватит. Раздвиньте стол. Стол раздвиньте. Не урони. Девочка, расставь бокалы. Позови, пусть идет сюда. Рубен! Здравствуйте. Здравствуйте. Познакомьтесь, это друг Соны. Добрый день. Чунгурян, просим. Да. Очень рад. Мы тоже рады. Рус, дорогая, что ты так беспокоишься? К чему эти хлопоты? Не это главное. Ты разве не поняла до сих пор? Человеку в жизни что нужно? Родственники, уважение, хорошая семья. А в семье Мэрону что главное? Взаимная любовь. И пусть простит меня наш Рубен. Материальная база. Ты попробуй создай эту проклятую базу. Я 40 лет учительствую в школе и до сих пор понял всего одну простую истину. Молодцы, что пришли. А как могло быть иначе? Папа тоже скоро будет. Здравствуйте, добрый день. Поздравляю. О, Сона, прошу вас. Спасибо. Знакомьтесь, Лариса. Это друг Сона. Ради, извини, детка. Рубен. Жак, не могу ни подойти, ни поцеловать ручку. Ну, можно садиться. Все, готово. Здравствуй, Жак. Тетя Майрануш. Ой, Жак, ну кто сейчас руки целует? Напрасно удивляешься, тетя Майрануш. Было время, когда эти манеры считались дурным тоном. Но сейчас они опять вошли в моду. Да что ты? И очень правильно. Ага. Мужчина всегда должен оставаться джентльменом. Вы согласны со мной, Рубен? Разумеется. А я другого мнения. Почему, Чунгурян? Это ведь красиво, интеллигентно. Попробуй объяснить. Я 40 лет учительствую в школе и до сих пор понял одну простую истину. Боже мой, кто пришел? Я не опоздал? Вовремя, вовремя. Возьми. Ну, зачем ты беспокоился? А, ни слова больше. Это что же? Только наши собрались. Как успела. А почему со стороны жениха никого? Иди, садись. Уть-уть-уть.
тю-тю-тю. А где отец? Не сердись, Жак, положи себе. Вы же видите, как он себя ведет. Познакомься. Расскажи, Гаруш, где ты? Как ты? Порядок. У меня все в полном порядке. Гаруш, это Рубен, друг моей Соны. Рубен? Не понимаю, что обычай изменился, теперь сами приходят свататься. Ай, Гаруш, Гаруш. Какое сватовство. Просто так собрались познакомиться. И Рубену, наверное, интересно знать, какие родственники. Нет, мне не интересно. Умную вещь сказал. Молодец. Раз вы между собой обо всем уже договорились, с родственниками всегда успеешь познакомиться. Чонгурян, бутылку мне, да? На, возьми. На. А, спасибо. Где твой бокал? Вот. Ага. Ты куда? Сейчас приду. А, Майрануш? Чуть-чуть. Ага. Сегодня я решил, Чонгурян, следует за Сон, мной. Что? А ростом он не маловат? Маловат. Слышишь, поправь волосы. Кому я еще не налил? Скажи Гарушу, пусть ведет себя приличнее. И ты что, Гаруша не знаешь? Клянусь тебе. Попробуй ему слово сказать. Подняли? Я не пью. Умница. Да, выпивка еще никого до добра не доводила. Почему? Иногда можно. Сана! Не торопись, Гаруш, дорогой. Подождем дядю Артавазда. А кто Артавазд? Дядя моей Соны. Он самый старший в нашем роду. Его слово закон. Судья? Да нет. Не судья, но мы в нашей семье старших уважаем. Рубен, а у вас есть родители? Нет. Без родителей, конечно, плохо. Но иногда бывают такие, что хуже некуда. Не говори так, Лариса. Они за детьми смотрят. Настоящий мужчина не должен позволять жене работать. Почему? Пусть сидит дома и сама детей воспитывает. Тогда скажи, в чем заключается равенство женщин и мужчин? А ты замолчи, пижон. Ты говорить вообще не имеешь права. Гаруш, нельзя так. Очень даже можно. Его иногда надо ставить на место. Я его хорошо что-то знаю. Что-то я не понял. А я тебе втолкую. Ну зачем же оскорблять? Лариса, Гаруш, сейчас же сядет за стол. Да ну его, надоел. Товарищи, я 40 лет учительствую в школе и понял одну простую вещь. Артаваст пришел. Разговор по существу уже начали. Он один пришел. Дайте вашу шляпу. На. Пришел, наконец. Здесь. Садитесь, пожалуйста. Сяду. Самое приятное. Не беспокойтесь, сяду. Ну, располагайся. Проходи, говорю. Смотрите, он еще обижается. Ну, хватит. Арус прибыл. Дядюшка Артаваст, как ваше здоровье? Слава богу. Он не меняется, наш дядюшка Артаваст. Ну, очень приятно. Вот этот молодой человек, друг Саны. Знакомься. Сейчас познакомимся. Постепенно, потихоньку узнаем друг друга. Подождите, а где Сана? Наверное, на кухне. Позовите ее. Сана! Иди, Сана. Куда ты делась? Ну, что вы со мной делаете? Как так можно? Откуда мне было знать? Твоя тетя сказала, пусть он увидит, что ты не одна, у тебя есть родные. Идем. Дядя Артаваст, а вот и Сана. Садись рядом со своим дядей. Иди ко мне, иди, моя доченька. Гарус, вот же стол. А ты почему такая грустная? Я не грустная. Сегодня это простит. А может быть, он тебя чем-то обидел? Учти, ты пока еще только жених. Ну, расскажи своему дяде, кто он, чем занимается. Какое это имеет значение, дядя Артаваст? Что значит, какое значение? Я племянницу замуж выдаю. Он же не пассажир какой-то. Пару суток потерпел, довез до Москвы и все. Прав он. Прав. Какая у тебя зарплата, сынок? Дядя Артаваст. Ты молчи. 170 рублей. 170? Ну что ж, а побочных каких-нибудь доходов у тебя нет? Дядя Артаваст, прошу вас, не надо. Почему? Разве я не должен знать? Спрашивает. Я получаю 170 рублей. Я в том смысле, что другого источника дохода у тебя нет? С такими медалями ты о побочных доходах Боже. Говоришь? Ого! Молодой человек! Пойди, пропустите меня! А, я все понял! Пассажир общего вагона! Тише! Чего удивляться, вы сами его вынудили! Молчи, бежу! Товарищи! Я 40... Thank you.
снова включи. Конденсаторы держите в чистоте. Здравствуйте, Сона. Здравствуй. Сона, я хочу пригласить вас в ресторан. Есть хороший повод. Я не могу, Лилит, сегодня день рождения. Сона. Как дети? Хорошо. На что я по вашему делу? Абсолютно ничего нельзя сказать. Они все знают. Сона, можно тебя? Сона! Слушай, ну что ты сидишь как на похоронах? Ты знаешь, что это за человек? Кто это? Если он на тебе женится, то все. Иди, иди. Я всегда знал, что ты умница. Ты просто гениально придумала. Они оба будут счастливы и с нашего с тобой благословения. Да, ты прав насчет моей гениальности. Я в жизни только один раз ошиблась. Ладно, 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 ладно. Сдуреть можно. Я так детей люблю, с ума схожу. Особенно, когда они занимаются музыкой. А вы на чем-нибудь играете, Баграт Семенович? Прошу звать меня просто Баграт. Хорошо. Так вы играете на каком-нибудь инструменте, Баграт? Не могу похвастаться, но я с детства обожаю музыку. Я тоже. Вы тоже? Ты посмотри, как она Баграта охмуряет.
Хотите, я еще этюд сыграю? Играй, милый. Конечно, играй. Детка, очень. Вот так всегда. Если его внимательно слушают, играть может без конца. А как приходит время заниматься, ремень беру в руки, хоть и жалко, но бью. Ну, хватит, Джема, что сколько ты... можно. Пожалей ребенка, что ты его мучаешь? Вставай, какое-то детка, странное, вставай, честное иди слово. Во гости двор, просят, побегай. Ребенок достаточно. Играет. Достаточно, во всем должна быть не мера. Не отказывать же. Освободите ну, что, действительно, место. Может быть, отодвинем столы, давайте потанцуем, готовы. Друзья. Давайте а где уберем музыка? Стулья. Музыка сейчас будет. А то гости скисли. В нашем доме никто не должен скучать. Опа. Осторожно. Тебе надо потерпеть всего 2 часа. Марта. А может, не зря? Все решено, молчи. Такси! Такси! Баграт Семенович. У Соны есть одна просьба, но она стесняется сказать. Помогите ей, пожалуйста, прошу вас. Зачем же меня стесняться? А это не затруднит вас? Отнюдь. И все, что я скажу, исполните? Разумеется, ради вас я готов на все. Прошу, накажите того человека. Кого? Саркисяна? Ага. Да я его уничтожу. Не бойся, Саркисян, я пошутил. Нет, Вартан, не сделаю. Я обычный рядовой фельдшер. Если врач узнает, выгонит тут же. Это наша больница? Ну? Скаш упал с крана и разбился. Чего особенного? Да ты что, Ануш, свой человек. Здравствуй, Анушек. Привет. Подожди, это не наш новый технолог? Конечно, он. Отличный человек. Просто сейчас это для нас вопрос жизни и смерти. Все ясно. Любовные истории вот вы и придумали. Точно, молодец. Ануш? Что? Сона, тебя к телефону. Извините. Алло? В какой больнице? В нашей, заводской. Он без сознания и все время вас зовет. Может быть, приехать за вами? Не надо, я сейчас. Ты куда? В больницу. В какую больницу? Что случилось? Сона! Если хочешь знать, недельку тебе здесь надо побыть. Зачем? Ну, а как же, а вдруг она опять тебя захочет навестить? А за квартиру ты можешь совершенно не волноваться. Мне отдашь ключи, я зайду, полью там цветочки, пыль вытру везде, в общем, все сделаем. Пришла. Не волнуйтесь так. Что произошло? Уже как будто идет на поправку.